Друзья, всем привет, рынок Вова, мы пришли к обезьянкам. Но это не зоопарк, это джинсы. Привет, Метин. Мой друг привет, Метин друзья. Ждет вас джинсы. А по обезьянкам находим и Big Sale. В каждом районе, где они есть. Одни вот тут мальчик, вот их. И одни девочки. А, они два пацана, да? Да. Я даже не знаю, она одна девочка. Привет тебе, Чебурашки. Вот два мальчика и одни девочки, которые... А у Метина есть и на мальчиков, и на девочек, и на дяденек, и на тетенек. Есть все. Показывай, Метин, что у нас есть. Нового. Друзья, до этого пароль Ромка Рокер. Да. Если кто-то говорит сразу на этом, будут обязательно хорошие скидки. И хорошее качество здесь. Вот. В прошлый раз платы было. Видят, платы-то было. Где людей сколько? Побольше размер. А-а-а. Нормально было до 5 лет, это сейчас 8 лет, и будут еще 9, 10, все размер. Лучше они покупают чуть-чуть побольше. Тут можешь покороче или подлиннее сделать. Ребенка в этом году тоже подойдут, в следующем году тоже подойдут. Они будут лучше. Я это не Хака, думаю, привет. Да, он думает о вас. Смотрите, людей толпы ходят. Это раз давай женский давай начинаем женский. Показать. Два разницы шорты, я сегодня где-то 5 штук, наверное, продавал на этом. Два разных цвета, вот это широкий, рваненький, белый и секси оранжевый. Ну, короче, совсем короче. И это наша маскот, всегда так, банана стоит, потому что еще популярны. Но когда они популярны, это время будут стоять здесь. Рома, у нас новый модель, как всегда. Женские, да? Женские. Посадки средние, не высокие. Потому что каждой женщине высокие не надо. Кому-то надо средние посадки. Очень комфортно, вообще стретч. И длина до 1,88 м, до 1,90 м подойдут такой женский джинс. Потому что какой-то женщина, своей длины нигде нету. Ноги длинные, они, папа, мама очень высокие. Значит, надо ребенка тоже так. Ребенок тоже родился очень высокий, у нас есть. О, тоже новенький. Вообще классно. Луис Виттон называется с ременем. Вот это. И тут подшит. Это не фото. Вышивки сразу. Класс. Прикольно. Внизу не очень узкий, не очень широкий. Вот это носит, который шире бедра женщины. Кому-то вот. И это место, ну, мне тоже шире, но я не женщина. Тут шире, и там немножко поуже. И это мы есть. Так. Широкий хочу показать каждый неделю. Потому что я один день, одни пачки почти продаваю. И это самое главное, стретч широкий. Тоже все размеры есть. И кто у нас что купит, все с гарантами. Если будут даже мало проблем вещи скоро, я у вас поменяю новые вещи, или я у вас дам ваши деньги обратно. Потому что до чем купить, я минимум 2-3 раз сам тестирую, дома спаскаю, стирает. Если мне понравится, и я вообще трудно это будут мне понравиться. Если мне понравится, я начинаю продавать. Да. Если не понравится, лучше не надо, потому что потому что вы не придете мне потом. Постоянно надо. Да, я могу то, один что... раз продавать, если. Да. Ну, я если я не могу удобно спать, значит. Лучше не надо продавать. Тогда бы ты другие брал, ты брал бы те, что по 10, по 15 долларов продают, которые на пару недель. Как машина можешь? А это есть? Средняя цена 35, да? Средняя цена 35. Пароль Ромка Рокер меньше 35. Даже какой-то 35, будут да. меньше 30. Просто если вот через у тебя клиент. Не да. видел я. Без карман. Ух ты, а ну давай покажем. Как будто их отпороли, смотрите. Да. Спереди все нормально, а красивые очень, все нормально, кстати. Ничего, все стандартно. А сзади прикольно, ну, как будто их только... начинает это... модно. А, ну как будто они есть впечатление, да. Они сделал, потом снял. Прикольно. И потом вот так видно. Вы загорали, а это осталось. Да. Ничего нету. Всем можешь удобно посадить без кармана. Прикольно, да, все прикольнее и прикольнее появляется. Попа никогда не болит, потому что карман ничего не можешь поставить. Да, да, да. Вот эти популярные модели все, вот я их люблю тоже. Новая, а, новая прям даже, да. Она на эту похожая немножко. Как или... тот, только это рваники, тот без керри. О, это модно, летний вариант. Широкий, на лето, классный, да, серый. Модный. И вот, красивая. Это есть, смотри. И такая же есть еще тоже летний светленький, вариант. Один в один. Красиво. На одни модель, вот даже вышивки одинаковые, почти одинаковые. На одному модель только два цвета.
И сейчас они смотрят, почему ты не показывал без дырок? Почему не показывал? А, вот без дырок. Класс. Твои клиенты брали это. Mm. Полчаса назад. Ему, ей муж брали Армани, сейчас там буду показать. И ей это брали. Mm-hmm. Она сказала, первый раз в жизни, привык, не привыкли, ну, я говорю, будут привыкли тебе классно, сразу. Классно, красиво они очень. Это тоже так. Есть, да? Давай идем мужские, пойдем. Покажем. Пойдем на мужской же. Каждую неделю Митина что-то новое еще приходит. Приходит, и, приходит. Конечно, обязательно. Так. Ей муж вот это взял. Угу. Цвет интересный. Армани, видим? Это до 2 метра подойдут. Это я здорово, сам 1.80 м. Да. Видел у меня сколько длинный. Самое главное, мягкий. Угу, угу. Немножко, немножко стричь. Угу. Кто-то, вот, друзья, смотрите сейчас. Вас не надо думать, стричься это узкий. Стричься не узкий. Кто-то оденет на одном месте стричь. Очень в аптечке было, говорит, стричь не надо, не так. Потому что у нас тоже стричь. Я тоже боялся раньше, а потом Митин мне такие штаны научил или носить. Они, у да, нас не надо их бояться. Они не в обтяжку. Ну, не как лосин, не в обтяжке, вообще не в обтяжке. Да. Это я. Вы померяете сначала, да, потому согласен. 50% людей говорят, стричь, говорят, я стричь тоже думал, не что они в обтяжку, как в лосинах будут, да, не, я неправда. Я это знал, и я сейчас сам подошу, заказываю Истанбул, как я хочу. Черненькие прям такие сразу. У нас два черных. Вот это Томми немножко поплотнее черный. И у нас есть еще вот это, гант называется. Гант черный у нас летний, немножко потолще. Есть зимние джинсы, друзья, с подстежечкой. Все есть, можешь тоже там есть большие размеры. Тогда. Давай. Опс. Я продавал эта неделя почти пачка. Тут жарко, но они говорят, зима, я думаю, потому что... Кто-то забыл сейчас зима как, но когда зима начинает, да, да, это очень хорошо помогает. С начесом, но это комфортно. Угу. Не, не колется. Не как флис, это хлопок, очень мягкий, угу. Даже они не чувствуют. И улица смотрится обычно джинсы, угу. Видишь? Угу. Вот, вот так, обычно джинсы. Ну, даже попа будет тепло. Угу. Не надо замерзнуть на месяц этому джинсы. Я бамбук хочу еще давай, раз бамбук показать, потому что... Они, клиенты постоянно спросили. Бамбук это прикольно. Ведь это не копи. Именно хорошо оригинальный джинсы бамбук. Такой есть зауженный, вот такой джинс есть еще внизу. Ровный тоже есть. Это немножко узкий. Видел? Даже видно сразу. Чуть-чуть зауженный внизу. Ну я люблю так. Кто-то ты любишь классика, правильно? Именно бамбу качество. United Bamboo называется. И везде чисто подшит. И вот это у нас оригинальчики. Это бренд еще классные, обалденные, которые можно еще и... Да. Вот это шани, да? Да, это тоже бамбук, но а, это... цвет, но тоже я оригинальный. Понял, ага. Только тот еще больше. Эти еще и пахнут. О. Ух ты, красиво. Вот это новый цвет, а? Цвет прикольный. В прошлый раз не было, зеленоватый. Первые брали это джинсы папа. Я упаковку открыл, он сказал, я хочу одни. И я давал сразу на папа свои. Вот это потрогал Ромка, вот смотри. Летний-летний. Угу. Тонкий-тонкий-тонкий, на лето. Приятный. Сейчас тот, который пахнет. Посмотри. На этом. Вообще. Да. Как маленький ребенок, да, пахнет. И вот это есть на своей. Звонок в школе. Вот. Носовой платочек. Вот так надо оставить. Так, это звонки в школе. Прикольные, да, чтобы не звенеть. Оригинальные джинсы, они так подошьют. Видят? У них цена обычная, что же, да? Не $100 они стоят. Нормальные интернеты, я смотрел, 2 месяца назад, сейчас, наверное, еще дороже, 14 тысяч лир стоит. Интернеты 400 с чем-то говорю, долларов. Именно это, такая 400 с чем-то долларов? Да. Просто у нас шанс, фабрик закрыли, и я брал. Обалдеть. Нормально не то есть это бренд, это турецкий бренд дорогой. Вот это, да. Так что, друзья, не упустите шанс. Ничего себе. Если они купят на этом джинсы 2 пары, они отдыхают как бесплатно придут. Точно. Так. Шорты. Смотри, дочам шорты. И взрослые, и детские. Детские теперь такой интересный есть, как твои. Да, видел? Да. Прям на ребенка. Я сейчас это раз начинал. И вот смотри, 2 разных цвета.
черный и серый. А-а-а. Видел вот это? Ух ты, как интересно. Ну, ребенка тоже вот по-интересному есть. Тут тоже можно 100 баксов спрятать сюда, в эту молнию. Ну, там не 100, там 5 баксов. Я там сейчас проверил, маленький. Я забыл, что оно расстегивается. Там-там. Есть такая же айкон, вот видим? Вообще классно, дискорд, ребенка. Есть класска, без ничего. Они не надо думать, у нас только краски есть, у нас только... Нет, у нас все есть. Краска тоже есть. Модно тоже. Кому дырок не хватает, Митин еще нащелкает. Я могу сам парню. Да. Кому сюда подшить, есть. Пришить, сидите, кофе пьете, чай, и вам все такой сделаю. Ребенка такой. Не важно. Шорты давай покажем. Шорты, да. Классики, без ничего. Армани, светленький. Немножко стрейч. Что Тамара просит привезти белые шорты какие-то? Он хочет совсем ярко, светлые. Я понял, у меня такие были. У меня папайя, когда раздавилась, он со Шри-Ланки. Белые, да, мои любимые. А нету таких, да? Подожди, а нет такого цвета здесь, да? Когда он приедет, я ему... Он варенка. Я его понял. У меня были такие шорты белые, да. Белые джинсы. Я ему это продавал раньше. А сейчас нету. Армани называется, да. Ну, каждый год нового у меня есть. Зачем? Каждый год такая же модель надо продавать. Чёрные шорты. Классика. Чёрные синие классики. Классики я начинал, потом тот покажу. Вот такие у меня есть. Хорошие, хорошо носятся они, хорошие, лёгкие. Вот такой размер. Маленький. Это 46-й. Ну, ещё до 70-й раз, не важно. Гант называется. Без ничего, не узкий. Лашка, не узкий. Это лашка, да, русский язык? Теперь покажем громко шорты. Это Ромка. Да. Вот это у тебя сейчас да. Есть. Вот это ново. Такое же посветлее есть. Такая же немножко средний цвета есть. И вот это Кэм Дэвид. После, хочу, вышивку. Интересно. Дорого вышивку на этом. Вообще совсем дорого. Это есть. И закроем на шорты и штаны. Все на месяц. Левис. Это левис, но подруга на этом. Ты вообще не чувствуешь. Легкий совсем. Летний, летний, как нет. Тонкий, чем в трусах. Да. Хороший. Левис, потому что 50 года назад, до чем меня родился, тоже левис, сейчас тоже левис. Это всегда так. Давай витрины детские витрина вещи детская, покажем. Витрина детская, смотрите, какая все. Красивая. Вообще, если я все покажу, потом клиенты никакой сюрприз не будет. Митин, я правильно вчера понял, что ты рассказывал, у тебя день рождения ты отмечаешь в один день, а тебя оформили позже, и у тебя получается по паспорту другой день рождения. Правильно я понял тебя? Вот, о, а я потом понял только. 19.05.1999. А на самом деле ты родился не 19. У меня паспорт так писано. Ну, я сам родился 23 апреля. Апрель. Просто они писали мне один месяц поздно. Но все равно, когда прикольно. Я родился, праздник. А ты два раза отмечаешь? Нет, нет, один. Один 19 не отмечаешь? Ну, этому только паспорт. Прикольно, прикольно. Ну, на один раз только 23. Я понял. А я сразу не понял. Я потом уже ходил, до меня дошло то, что говорил. Не писано правильно. Я родился 23 апреля, писано паспорт 19 мая. Прикольно. Но все равно два праздника. Давай бумажку покажем девок, да. Пионеры идут со школы. Смотри, вот это дядя номер. Дяди номер. Смотри, за как брат, конечно, но все равно дяди. Он уже большой, да. Митин что, я маленький. Маленький. Смотри, у меня сам номер телефон. У кого какой вопрос есть, можешь спросить меня любое время. Я у вас они сразу попишу. И локацию попишу. Скинет он вам, если да, локацию можно. Скину, все. И у нас есть терминал, у нас есть российский банк. Платить можно любыми валютами. Банк, и тенге возьмет, банк, и злотами, банк, и все, есть. Да. И смотрите, понедельник в оба мы сегодня, завтра Махмутлар, вторник, среда в Салар, четверг выходной, пятница Курджалар, суббота Махмутлар, воскресенье Тюрклир. Это все рынки, где да. Митин бывает. Парол, Ромка, Рокки. И может быть мы сейчас с тобой... Обезьянка. У тебя еще силы есть? Мы сделаем с тобой видео о рынках сейчас, где рынки проходят в Алании, да? Ну, люди знаю. Спрашивают. Все, друзья, приходите, хороших покупок, вам хороших продаж. Все, хорошо. Пока. Окей, пока. Пока. Обезьянка, работай, работай. Отдыхала всю зиму. Который этот твой взял, наверное? Кто? Который ты это взял дома с тобой? Зима.
А, вот это, да? Моя в юбочке, Митин, моя в юбочке. Это же и на модельер была. Да.